Привет, это редакция «Контекст». Разбираемся в деталях новостной повестки. На днях премьер Армении Никол Пашинян объявил, что его страна ратифицирует статут Международного уголовного суда, того самого, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Разумеется, в Москве решение Еревана сочли, мягко сказать, недружественным выпадом. Вообще, отношения ближайших союзников, ереванское направление на фоне прочих направлений бывшего союза, долго выглядело, просто образцом стабильности. Так вот, эти отношения сейчас портятся на глазах. Очевидная подоплека — роль Москвы в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Там сейчас размещены российские миротворцы, и в Ереване считают, что они плохо справляются и все чаще упрекают Москву в неспособности обеспечить безопасность союзника. По словам Пашиняна, первопричина этого — события в Украине. Но, кроме того, не стоит забывать, что и вторая сторона Нагорно-Карабахского конфликта — Азербайджан — также дружественное России государство. Плюс свои интересы там имеют Турция и Иран, которые тоже стали исключительно важны в условиях санкций для Кремля. В общем, получается крайне запутанный клубок. Что мы должны знать о происходящем раскладе сил в данный момент? Ждать ли новой большой закавказской войны? В контексте Дмитрий Сошин. Нашумевшее интервью Никола Пашиняна изданию «Политика Europe» многие комментаторы, в первую очередь в России, расценили как откровенный вызов Москве и знак того, что Ереван стремительно разворачивается к Западу. Но, судя по русскому переводу этого интервью на сайте премьер-министра Армении, он, как выясняется, не говорил о том, что Россия перестала быть главным гарантом безопасности Армении. Модель, по которой у нас будут проблемы с нашими соседями, и мы пригласим других защитить нас в решении этих проблем. Неважно, о каких других идет речь, это уязвимая модель. В том смысле, что эти другие в какой-то момент по объективным и субъективным причинам, в некоторых случаях не желая этого, в других случаях они сами могут быть заняты решением своих проблем, и поэтому их может просто не оказаться здесь. При всей осторожности, с которой Пашинян отвечал на вопросы, он все же сказал о том, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе, цитата, «провалили свою миссию», что они не смогли предотвратить фактическую блокировку Азербайджаном важнейшего Лачинского коридора. Эта транспортная артерия связывает Нагорный Карабах с Арменией. Пашинян также вспомнил случай, когда, цитата, «гражданин, выполнявший сельхозработы в присутствии российского миротворца, был убит азербайджанским снайпером». Но я не могу сказать, что если бы в Нагорном Карабахе не было российских миротворцев, то в этих условиях ситуация в Нагорном Карабахе была бы лучше. Это и другие недавние интервью премьер-министра Армении, напомню, что именно он, а не президент, обладает реальной властью, рассматривают как попытку Еревана обострить отношения с Москвой. Чуть дальше относят и недавний визит супруги премьера Анны Акопян в Киев на саммит первых леди и джентльменов. Этот формат предложила Елена Зеленская. И, наконец, планы ратифицировать в армянском парламенте статут Международного уголовного суда. Пашинян утверждает, что участие в работе этой организации позволит Армении призвать Азербайджан к ответу за военные преступления. В МИД был вызван посол Армении, где было сделано представление в связи с рядом недружественных действий, которые, к сожалению, были предприняты официальным Ереваном. Среди них называлось как раз и то, о чем вы говорите. Мария Захарова назвала вбросом сообщение нескольких армянских телеграм-каналов о том, что в Армении якобы находится 3000 бойцов ЧВК «Вагнер» и что они замышляют госпереворот и смещение Никола Пашиняна. В целом, общение официального представителя МИД России с армянскими журналистами становится все более неформальным. Мне просто как армянину очень интересно. А как армянину? Я думала, что как журналисту. Словесные баталии между Москвой и Ереваном происходят на фоне очередного обострения на армяно-азербайджанской границе и линии разделения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В интернете появилось видео с движением азербайджанской военной техники, но и в Баку обвиняют Ереван в переброске сил в приграничный район. Стоит напомнить, что в ноябре в столице Азербайджана наверняка будет отмечаться трехлетие окончания Второй Карабахской войны. Для Еревана и Степанакерта ее итог – военное поражение и потеря территорий, а также резкое ухудшение позиции в дипломатическом торге с Баку. Премьер-министр Армении подписал заявление о том, что Армения признает Азербайджан по территории
бывшей Азербайджанской ССР, что включало в себя в свое время Нагорно-Карабахскую автономную область. Недавно премьер-министр заявил о том, что он не имел в виду Нагорный Карабах, когда подписывал этот документ, но все дипломатические последствия, которые он имел и имеет, они очень, очень серьезны в негативном плане для Армении и для Нагорного Карабаха. Внутри самой Армении ведь карабахская тема очень сильно переосмысливалась. Тот Карабах, который создал Армению в ее современном виде, он потерял свою привлекательность по очень многим причинам. Это и так называемый карабахский клан, это и обвинение в том, что эти люди монополизировали власть. Я когда бывал часто в Ереване, мне говорили, ну, где-то с долей шутки, где-то не очень, о том, что вот Карабах оккупировал Армению. Карабахским кланом неофициально называют президентов и премьер-министров Армении, выходцев из Нагорного Карабаха. До прихода в сферу большой армянской политики Роберт Кочерян был первым президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Его преемник Серж Сакрсян во время Первой Карабахской войны исполнял обязанности министра обороны НКР. Под его началом вооруженные силы Нагорного Карабаха одержали важные победы над армией Азербайджана. Пашинян – это человек исторический, что никто за эти годы из армянских лидеров не осмелился бы начинать внушать армянам, что пора избавляться от идеи, так сказать, второго армянского государства. Раз ты отказываешься от Карабаха, то надо как бы демонстрировать, что Карабах ты отдаешь как территориально, так сказать, государственную единицу, но ты не отдаешь армян, там живущих. Ты дерешься за их право оставаться в своих домах. Прошедшие три года после 2020 года показывают, что, в общем-то, вот эта политика умиротворения Никола Пашиняна не работает. И это в первую очередь видит армянское общество, и оно как бы приходит к мысли, что, ну, видимо, у нас просто сосед такой, что с ним только можно воевать. И никаких переговоров быть не может. Но вот пытались же три года. Три года пытались договориться. Становилось все хуже и хуже. Вот в сентябре, да, прошлого года было вот это обострение. Оно было уже не на территории Нагорного Карабаха. Оно было уже на территории Армении. Погибли 300 человек с обеих сторон. И это как бы, все влияет очень сильно на армянское общество. Оппоненты премьера издевательски припоминают сказанные им три года назад слова. Арцах, таково древнее армянское название Нагорного Карабаха, это Армения. Точка. Арцаха Хаястана Еверч! В Ереване на днях появились плакаты. На них фотография премьера со словами «Арцах – это Азербайджан. Точка». Политологи гадают, чего больше в обидных для Москвы словах главы армянского Кабмина. Раздражение из-за того, что Россия сейчас не может или не хочет сделать большего, констатации факта или откровенного шантажа. Да, это такая очень отчаянная, очень рискованная игра Пашиняна. Просто чрезвычайно на грани фола. Пашинян действительно, что называется, загоняет Москву в угол, ожидает Москвы, что называется, ну, дачи показаний под этим каленым железом. Ты будешь защищать своего исторического союзника, ты будешь выполнять обещания, да, гарантируя безопасность. До февраля этого года госминистром, то есть главой исполнительной власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, был Рубен Варданян. Известный инвестор, один из богатейших людей России. Варданян отказался от российского гражданства и уехал в Степанакерт. Его отставку с поста госминистра объясняют давлением со стороны Баку. Существует мнение, что его политические амбиции настораживают армянское руководство. Пашинян боится, что Россия в какой-то момент может его заменить на Варданяна. Варданян, безусловно, имеет гораздо более тесные отношения с Россией. Варданян – человек, который имеет хорошие связи в мире и как бы не находится под санкциями. Поэтому я это объясняю не карабахским вопросом и не позицией миротворцев, а просто тем, что над интеллигентным, но не олигархом Николой Пашиняном возвышается могучая фигура, тоже достаточно интеллигентного человека, как бы, но олигарха при этом и крайне влиятельный, имеющий влиятельные связи в элитах мировых, которых нет у Пашиняна, Рубена Варданяна.
Когда только Варданян объявил о том, что он идет как бы в карабахскую политику, ну, в общем-то, было понятно, что человек, конечно, больших амбиций, да, чем просто там министр Нагорного Карабаха. Потому что из его вот риторики, из того, что он говорит и что он заявляет, а это такие очень речи, такие серьезные, там, о спасении Армении, армянства и так далее, следует, что, в общем-то, он бы и не прочь пойти в армянскую политику. Тем более, что вопрос спасения Нагорного Карабаха, в общем-то, решается не в Степанакерте. Он решается где угодно, но не там. Да? То есть в Ереване, в Баку и так далее, в Москве. Вы хотели бы стать премьер-министром Армении? Да, готов. Я не один ответ. Готов с точки зрения ответственности брать на себя как один из национальных лидеров за будущее своей нации и двух государств. Но точно не хочу бороться за кресло премьер-министра, тем более, что оно в таком форме вредно для будущего Армении. Это было очень ошибочное заявление со стороны премьер-министра Армении. Он его обосновывал желанием двигаться к мирному соглашению, но оно не привело никаким конструктивным шагам. Более того, последние события показали, что Азербайджан, в общем, и не собирается никакие права защищать. За почти трехлетнюю историю у российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе сменилось 6 командующих. Официального объяснения столь частой ротации нет. Сейчас там находится около 2000 солдат и офицеров, бронетехника, авиация и беспилотники. Перед миротворцами не были поставлены четко прописанные задачи. Если кто-то полагает, что их цель там оберегать армян или азербайджанцев, то это глубокое заблуждение. Это, скажем так, объяснение их там присутствия. А сами российские миротворцы там присутствуют, потому что вот эта точка Нагорного Карабаха – это стратегическая точка, которая контролирует весь важнейший геополитический коридор Южного Кавказа. Главная задача нахождения там российских миротворцев, чтобы там не находились французские миротворцы. У миротворческой миссии в Нагорном Карабахе нет мандата. Их полномочия прописаны документом под названием «трехстороннее заявление». Оно вообще не обязывает стороны ни к чему юридически. Не прописаны полномочия, плюс у России есть какие-то свои интересы. Понятно, что она не хочет, не готова там ссориться с Азербайджаном и, в свою очередь, с Турцией. Фактически их единственная роль – это какой-то такой щит, который не позволяет Азербайджану действительно ввести туда войска и просто поставить точку. По условиям этого трехстороннего заявления, их там мандат, которого нет, действителен до 2025 года. После этого они имеют право там остаться, только если обе стороны дадут на это свое согласие. Азербайджан этого не сделает, это уже сейчас понятно. На сегодня функция у российских миротворцев исключительно на дороге. Они контролируют Лачинскую дорогу. Но у каждой дороги должно быть начало и конец. Да? Во всех учебниках есть это. От точки А до точки Б. Вот мы установили пограничный пропускной пункт в начале, на условной границе с Арменией. Соответственно, через метр уже начинается зона ответственности российского миротворческого контингента. Только дорога. И все. Больше никакой ответственности у российского миротворческого контингента на этой территории нет. Есть тотальная блокада, я повторяю, территории Нагорного Карабаха, Нагорно-Карабахской республики, где проживает армянское население. Иногда появляются сообщения о том, что коридор периодически открывают, но проверить ситуацию в режиме реального времени не представляется возможным. Судя по всему, он по-прежнему как бы заблокирован. И на данный момент там есть какой-то ограниченный пропускной режим. То есть я вижу, что оттуда выезжают люди, но они так, это было и раньше, да, но это десятки людей. Но вот с точки зрения доступа к грузам, по-прежнему, я так понимаю, Баку продолжает стоять на своем. Он требует полного открытия дороги, да, через Агдам. И тогда будет разблокирован Лачин для гуманитарных грузов. Пока мы видели, проехала только одна фура. Азербайджан предлагает армянской стороне в качестве альтернативы так называемую Агдамскую дорогу. Чем она не устраивает? Потому что это дорога из Азербайджана на Горный Карабах. Лачинский коридор – это дорога из Армении на Горный Карабах. Дорога из Азербайджана в Нагорный Карабах – это элемент якобы интеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.
Дело дошло до того, что в начале сентября власти Нагорного Карабаха не разрешили ввоз гуманитарного груза российского Красного Креста по Агдамской дороге. Но позже Степанакерт смягчил свою позицию и согласился с предложением российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста получать гуманитарные грузы как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана. Открыть Лачинский коридор требуют и американцы, но в Баку отрицают факт его блокировки. И при этом настаивают, что контроль за этим маршрутом необходим. Единственный участок, где возможно сухопутно гражданским людям проехать, это Лачинское ППП для местного армянского населения, которое выезжает лечиться и так далее. Вот, например, за последние два дня уже около 500 мужчин репродуктивного возраста, армян, выехало из Карабаха в Армению. Мы думаем, что это начался в определенной степени вывод личного состава вооруженных сил Армении с территории Карабаха. Похоже, что Лачинский коридор и находящиеся там российские миротворцы становятся предметом информационной войны между Арменией и Азербайджаном. Летом в Телеграме появилось видео. Азербайджанские бойцы устанавливают национальный флаг рядом с российским постом. Потом, судя по всему, по людям или по флагу начинают стрелять. По версии азербайджанской стороны, армяне открыли огонь по миротворцам, которые сопровождали их солдат. По армянской, россияне мешали азербайджанцам водрузить их флаг. Что там действительно случилось и кто стрелял, до сих пор не ясно. Российская идея, собственно, была, поставив миротворцев туда, активизировать экономический трек, то есть разблокирование транспортных коммуникаций, чтобы перевести урегулирование конфликта из чистой геополитики и этнополитики в экономику, чтобы двум сторонам было что терять, кроме своих цепей конфликта, который их связывает. Но случилась такая штука, как специальная военная операция в 2022 году. Формально внешний фон, внешний фоновый фактор. Но, во-первых, Россия сфокусировалась на Украине и вокруг. Это раз. И любые обострения в других частях постсоветского пространства стали восприниматься как угроза второго фронта. А с учетом того, что турецко-азербайджанский тандем, он важное окно в мир в условиях углубляющейся конфронтации с Западом, очевидно, что соответствовать всем ожиданиям армянской стороны Москва не может. До 22 года в большей степени могла, а сейчас нет. И это не вопрос там Путина или кого-то другого, это вопрос тех реалий, которые существуют. Если смотреть на вещи реально трезво, ну куда деваться Москве? Куда деваться Армении от России? Не придут туда американцы. Не будет там американского военного присутствия, равного присутствия России. Не потому что, скажем, только Россия так хочет. Просто потому что Америке это не нужно. В лучшем случае он даже выделит чуть больше денег на какую-то военную помощь, либо на обучение, либо на проведение маневров, так вот часто они проходят, абсолютно не имеющие никакого отношения к реальной военной помощи Армении. Да? Речь идет о совместных американо-армянских учениях. Они проходят в учебном центре ЗАР. Их цель, по сообщению Минобороны Армении, повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в миротворческих операциях. По разным данным, в маневрах принимают участие 175 военных из Армении и 85 американцев. В Кремле, по словам Дмитрия Пескова, сообщение об этом вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Россия играет огромную роль и в обеспечении безопасности Армении. Это и гюмрийская база на границе с Турцией, и пограничные войска и так далее. Имеют миротворцев на Горном Карабахе. Они действительно выполняют важную роль, но не все от них зависит. И я уже не говорю об экономической стороне двухсторонних отношений, там и так далее, и тому подобное. Конечно, есть и другие игроки в регионе, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, с которыми у нас хорошие отношения. Но исторически так сложилось, что без России в этом регионе вопросы не решались. В самом Нагорном Карабахе тем временем прошли президентские выборы. На них победил Самвел Шахраманян, бывший секретарь Совбеза и глава кабинета министров НКР. На этих выборах он был единственным кандидатом. Это событие предсказуемо вызвало яростную реакцию в Баку. А как в условиях экономической блокады живут обычные карабахцы? Тут голода нет, да?
Во-первых, потому что сам регион способен, в общем-то, себя обеспечивать. Да? Это очень такая плодородная территория. Она и переводится, Карабах, как черный сад, именно потому что черный, как, ну, плодородная черная земля. Но, конечно, огромный дефицит, связанный с тем, что завозятся всякие стиральные порошки, детские питания, то, что нельзя там вырастить на земле. С хлебом, насколько я знаю, проблемы с мукой. Там был случай голодной смерти, один, если не ошибаюсь. Я просто помню, я вот общался с людьми, кто там. Вот они говорили, что вот идешь ты там по Степанакерту, видишь, очередь стоит. И думаешь, неужели стиральный порошок, или неужели мыло, или там неужели хлеб. И бежишь туда, а там уже все закончилось. Ты представь себе, что вы отстали сейчас вот перед моим интервью 6 часов в очереди за хлебом. У вас еще беременная жена не может пойти в больницу, потому что далеко живете. Ваш другой ребенок не может ходить в школу, потому что тоже нету транспорта, нету школьных принадлежностей. По Бердовскому коридору проезжало в день около 1000 машин, из них там под 500 грузовиков. Мы сейчас там с удивлением говорим, вот один грузовик проехал, это вот сопоставимость, да, поэтому ситуация тяжелейшая. Там появлялись французские политики. Кандидат президента Франции Пекрес посетила эту территорию. Появился Варданян со своей программой и самой радикальной, да, повесткой, которая есть среди армян Карабаха. И мы видели, что вот идет это внешнее давление, и Азербайджан минимизировал внешнее давление, а в будущем и аннулирует это внешнее давление на армян Карабаха, чтобы они бы поняли, что надежд на получить что-либо специальное нет, и есть неизбежность реинтеграции. Почти 26 лет, вплоть до сентября 2020-го, хозяевами положения считались вооруженные силы Нагорного Карабаха. В ходе Первой Карабахской войны, она началась в 92-м и длилась 2 года, армянские отряды одержали верх над превосходящей по численности азербайджанской армией. Стороны в основном использовали вооружение ушедших из Армении и Азербайджана советских войск. Армения устанавливает контроль по итогам войны, там, к 1994 году, над территорией Нагорно-Карабахской автономной области, а также 7 районов, которые вокруг нее находятся. Эти 7 районов Армения никогда не претендовала. Они так и называли всегда 7 районов пояса безопасности, которые таким должны были стать своеобразным обменным фондом, чтобы потом, когда с Азербайджаном будут договариваться о мире, эти районы можно было отдать ему взамен на статус Азербайджана, ну, статус Нагорного Карабаха, будь то независимость или признание его территории Армении. В Азербайджане национальная элита, помимо того, что пыталась бороться с Арменией, очень сильно боролась друг с другом. Давайте вспомним, да, что первый президент Муталибов, еще не успев, собственно, почувствовать вкус президентства, был свергнут Народным фронтом. Вот этот альянс Народного фронта и, скажем так, суверен-коммуниста Муталибова не получился. Дальше Народный фронт, который провел выборы и сделал президентом Эльчебея, оказался непрофессиональным с точки зрения и военной, и политической организации. Азербайджан не имел тогда какой-то поддержки на Западе, скорее наоборот. Он входил вот в эру признания, да, своей международной легитимации, имея такой негативный шлейф из Сумгаита, Баку, такое представление о погромах и так далее. Военная победа армянской стороны, она была победой, знаете, если можно так сказать, с обременениями, с утяжелениями, да, потому что армянская страна в пакете получила реваншизм Азербайджана. Этот реваншизм помноженный на укрепление связи с Турцией. Турция, видя, что рядом сосед, появляется тюркский сосед. Это, конечно же, региональная изоляция. Из 4 границ Армении 2 было закрыто. 2 выхода в мир. Армяне уверили себя как великолепных воинов, которые сумеют всегда воспроизвести ту победу и не дать себя в обиду. Но это была драматическая, жестокая, видимо, ошибка, потому что время сильно изменилось. Да, Азербайджан стал региональной державой, в отличие от Армении. Идея освобождения, так сказать, этих районов стала национальной идеей. Она фактически консолидировала режим правящий. Но что произошло во Второй Карабахской войне? Это, в общем-то, наверное, первый пример на постсоветском пространстве точно, может быть, даже и в мире, когда настолько важную роль сыграли дроны. Я помню, когда вот только шла эта война, все говорили про Байрактары,
что вот, ну, Байрактар — это ударные, да, беспилотники, что вот они сыграли определяющую роль. На самом деле нет. Основная как бы потери, да, в живой силе наносились при помощи простой артиллерии и средств разведки. То есть и наведение, и корректировки огня с помощью вот этих обычных DJI, которые мы сейчас видим просто сотнями в Украине. С кем бы ты ни говорил, с любым армянским военным в того периода, он бы тебе говорил, что у нас постоянно над нами были глаза, противник все видел, а мы не видели ничего. Преувеличивать роль Турции здесь победил все-таки, мне так представляется, да, солдат на земле. И это был азербайджанский солдат, не турецкий. Что касается Турции, конечно, для нее имело огромное значение победа Азербайджана в этой войне по той причине, что, в принципе, она такая, ну, как бы страна на подъеме, хотя с проблемами определенными, да, экономического плана в том числе. И это был очень важный посыл с точки зрения экспорта турецких вооружений. Потому что после Карабаха турецкие беспилотники в той же Африке стали идти просто вот практически. Армения как бы добровольно отдала все 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, ну, Нагорно-Карабахской автономной области, вот этой бывшей. А также согласилась с захватом Азербайджана двух, да, главных городов, Гадрута и Шуши, на юге вот этого кусочка, который там армяне всегда считали своим, в отличие от пояса безопасности. Армяне лишились 70% территории по площади, территории, которую они контролировали до 2020 года. Это такой совсем как бы сложный для обороны такой огрызочек. То есть там с военной точки зрения, конечно, он не может оказывать какое-то серьезное сопротивление. В начале года президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев ясно дал понять, что этот год будет последним для мирного договора вот в нынешней форме, которая у них есть. А что потом? Потом Азербайджан обычно, когда он выступает с какими-то инициативами, если эти инициативы не проходят, то идут односторонние действия. Я так подразумеваю, что мы будем менять условия на земле и выдвигать, соответственно, новый вариант мирного договора, который будет с еще более жесткими условиями. То есть, по сути, будет продолжаться военная операция? Мы все равно распространим свой суверенитет на территорию Карабаха, где сейчас временно размещен российский миротворческий контингент. Вот по итогам этого процесса мы выйдем с мирным договором с Республикой Армения или без него. Вот это зависит от Республики Армения. Каковы шансы, что в Нагорном Карабахе вновь начнутся военные действия? У армянской стороны, к сожалению, сейчас нет ни сил, ни средств на полномасштабную войну. Ни о какой подготовке к войне с армянской стороны не может быть и речи. Если Армения полностью отказывается от войны, то это означает, что это полная передача Карабаха. Азербайджан, изгнание оттуда армян, и как переселение на территорию Армении. Все, этот вопрос закрывается, как бы, если не навсегда, то очень надолго. Речь там о контрнаступлении и так далее, конечно, не идет, исключительно об обороне. Надо сказать, что Армения как сиамские близнецы взаимосвязаны, и, конечно, стоит вызов. Я убежден, что вот если Азербайджан будет продолжать такую политику, то, в общем, у Армении будет вынуждение не просто отказаться от своих слов о том, что Азербайджан, но Армения должна будет признать Арцах как часть, как независимое государство, и потом уже, возможно, как присоединение Армении. Я думаю, что все будут там дико лязгать гусеницами, будут перестрелки, какие-то диверсионные группы, но большой войны будут избегать. Никто из соседей этого не хочет, потому что все понимают, что на следующем же этапе очень быстро это приведет к прямой войне между Турцией и Ираном, которая будет по масштабам в десятки раз превосходить войну 2020 года. Какое значение имеют армяно-иранские отношения для Нагорно-Карабахской республики и как они складываются? Я по-другому поставил вопрос. Насколько Ирану важна Армения? Для Ирана, в котором проживает более 80 миллионов человек, который является одной из древнейших цивилизаций, очень важно сохранение возможности связи с Европой без ограничений со стороны тюркского населения, которое живет в Турции и частично в Азербайджане. И в этом смысле Иран однозначно показывает, что он не позволит перекроить границы, в том числе и с Арменией. Ближайшим союзником и другом Армении является Иран.
А Иран все эти годы ожесточался необычайно при одном упоминании о возможности там присутствия американцев у себя, так сказать, под боком. Да? Но именно Иран спасал Армению многие вот эти 30 лет от тотальной блокады. Именно Иран был окном для армян выхода в мир. Имеет ли Россия, на ваш взгляд, рычаги влияния на Азербайджан либо на Турцию, чтобы хоть как-то повлиять на позицию Ильхама Алиева? Уже отношения Азербайджана и Турции зашли за ту грань, где можно каким-либо образом повлиять. У них ПВО даже общее. И они к тому, что там идиллия между ними. Нет, ее нет. Но они не позволят никому внедряться, да, и влиять на себя. А уж тем более России. Я характеризую взаимоотношения Азербайджана и России как конструктивный прагматизм. То есть конструктивный прагматизм по всем вопросам. Да, есть элементы, когда одна из сторон, ну, в большинстве случаев Российская Федерация, стремится изменить ситуацию где-то на земле или что-то. То же самое делает Азербайджан, ставит Россию перед фактом. Если сторонники Миацума идеи воссоединения Нагорного Карабаха и Армении считают, что эту территорию в 1921-м советская власть несправедливо передала Азербайджану, то с Зангезуром, еще одним средоточием давних земельных расприй, ситуация зеркально противоположная. У армянского общества сейчас и в целом, и там политических элит, нет уверенности в том, что со сдачей Нагорного Карабаха, подписанием всех условий Азербайджана, Армения начинает жить безопасней. У Азербайджана есть вполне такие четкие притязания на так называемый Зангезурский коридор. Это вот эта южная часть Армении, которая разделяет Азербайджан, Нахичевань и шире Азербайджан и Турцию. Баку добивается создания Зангезурского коридора. Речь идет о восстановлении железнодорожного и автосообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Армения в этом случае получит железнодорожное сообщение с Россией через Азербайджан. Но в Баку хотят получить контроль над этими дорогами. Сейчас основная транспортная связь Азербайджана с его эксклавом осуществляется через Иран, либо по воздуху. В строительстве этого коридора Армения видит угрозу своей безопасности, и против этого проекта выступает Иран. Проблема Зангезура тоже, да, это территория, которая была многоэтничной. Значительная часть Зангезура оказалась в Армении, какая-то часть в Азербайджане. Отсюда встал вопрос, и сегодня он, кстати, обсуждается. То есть вопрос этот, вопрос о территориальных рамках, границах двух народов и двух республик. Напомню, что известная перепалка между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым на майском саммите Евразийского экономического союза началась после того, как президент Азербайджана использовал выражение «Зангезурский коридор». Никол Пашинян усмотрел в этом политический смысл. Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое последние годы служат как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Издание «Политика», похоже, стало местом виртуального общения азербайджанских и армянских политических элит. Помимо интервью с Пашиняном, на его сайте появилась статья Хикмета Гаджиева, советника президента Азербайджана по международным вопросам. Азербайджан хочет мира, мы хотим восстановления, примирения и, возможно, однажды даже дружбы с нашим соседом. Но работа над мирным договором вновь забуксовала, хотя Пашинян допустил, что этот документ может быть подписан до конца года. Я, например, считаю, что это могли быть большая тройка. Турция, Иран, Россия. Вот, допустим, руководство Азербайджана дает гарантии, ну, там, язык, там, все такое прочее, амнистия, да, вот эти все моменты, какая-то комиссия Арбатицы, это подтверждают, там, условно говоря, Эрдоган, Путин, Раиси, например, да, в первую очередь. Почему именно они, а не Европейский Союз или, там, США? Турция, Иран, Россия – три огромных государства, которые граничат с регионом Южного Кавказа, и каждый из которых имеет свои интересы в зоне конфликта. Арца не был и не будет частью Азербайджана. У нас сейчас идет борьба за сохранение армянского мира. Причем Арца – это одно из последних мест, где армяне живут тысячелетиями. А Карабах в составе Азербайджанской республики, я так себе это представляю. А останутся там армяне или нет, это выбор местных армян. Азербайджан готов предоставить, обеспечить права и безопасность.
Армян-Карабаха. И, конечно же, ожидает и соответствующей лояльности местного армянского населения к Азербайджанской республике. Я не совсем с этим согласен, потому что невозможно примирить народы под дулом пистолета-автомата. То есть, может быть, кто-то и вынужден идти на какие-то шаги под дулом автоматов, пистолетов и так далее. То, что сейчас делается с Арцахом, с Нагорным Карабахом. Я считаю, что страна суверенная должна уметь себя защищать сама. И только после этого надеяться на помощь друзей, союзников и так далее. Как вы думаете, а смогут ли армяне и азербайджанцы преодолеть многолетнюю вражду, если Баку и Ереван урегулируют вопросы на Нагорном Карабахе? Да, могут. Азербайджанцы и армяне живут в Грузии вместе, в одних тех же селах, да, в России, взаимодействуют, в Европе, в США и так далее. Конечно, есть радикальные группы в диаспоре там и там. Здесь уже государственная политика будет играть роль. У нас есть даже такая шутка, что если мы утром подпишем мирный договор с Арменией, между Арменией и Азербайджаном, вечером произойдет армяно-турецкая нормализация. Вот настолько эти процессы взаимосвязаны. Ну, полагаю, что это единственный путь для выживания Армении в этом мире. Да? Но на это уйдут поколения и десятилетия. Ну, просто невозможно это решить с концом какого-то там режима, то ли в Ереване, то ли в Баку.